Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Sasha, Маша, Фрэнк. Доброе утро, 9.08 в стране, и настал тот момент, которого очень многие ждали, скажем честно. Под веб-камерой в социальных сетях был определенный ажиотаж, потому что сегодня у нас в гостях группа The Hard Kiss. Доброе утро, Юлечка. Доброе утро. И, собственно говоря, сегодня они презентуют свой новый трек, который мы услышим немножечко позже. Ну и поговорим тоже, я думаю, о нем немножечко позже. Потянем интригу, так сказать. Да, с удовольствием. Тем более, Юля, как бы, ну, скажем по-честному, это одна из наших любимых гостей. Юля шикарно играет в наши игры. Юля всегда умеет хранить тайны. Ты помнишь эту историю с тем, что мы делаем маленькую паузу? Какую паузу? Это секрет. Ну скажи, какую паузу? Ну, 6-й месяц. Это был шикарный секрет. Мы еле вытянули тогда, щипцами просто тянули. Да, кстати, Юль, у вас же закончился такой мини-тур. Была серия концертов, насколько я знаю. Запорожье, Харьков, Полтава. Да, действительно, мы показали ряд шоу под названием «Холодный Альтаир» в городах-миллионниках. Закончили все клубным концертом в Полтаве. В общем, теперь, да, я вот уже 3 дня как в таком отпуске официально, можно сказать, до декабря месяца. И вот не знаю, чем себя занять. Так что вот, будущие мамочки, пишите мне, пожалуйста, чем вы себя в такие, вот, такие дни занимаете? Так, может, квартирник? Макраме, не знаю, маникюры, не знаю что. А не хотите квартирник организовать? Ты все равно дома, пришли люди. Квартирник? И... У нас нет своего, мы дом строим сейчас параллельно еще, со студией вместе. Домушник — это профессия. Нет, домушник — это другое, да, совсем. Слушай, ну а как проходили последние концерты? Ну, как-никак, но виден уже результат деятельности, собственно говоря. Проходили, ну, в общем, интересно. Были они в ДК, то есть это такой первый, наверное, опыт выступлений перед людьми, которые не танцуют на танцполе, а сидят и смотрят внимательно, слушают концерт. В этом есть свой кайф, никто не отвлекался, не знаю, там, на алкоголь, на, там... девочек по соседству или там мальчиков. Ну, в общем... тут, конечно, ты не перегибай по поводу того, что девочек никто не отвлекался. Это никто не отменял. Да, еще если а если еще и сидишь, она рядом, куда она убежит? Так в клубе она может отойти. А как наблюдать? У вас же, ну, такие мегазаводные треки, под которые скакать хочется. Как люди сидят? Люди, конечно же, подрывались. В итоге там, да, ломали стулья, ряды сносили. В общем, зовите нас в ДК. Мы вообще ни шума, ни пыли спокойно разломали. Да, если хотите сделать ремонт после этого в ДК, ну, знаете, к кому обращаться. Группа The Hard Kiss, лучшая по ремонтам в стране. Мне было круто, мне понравилось. Свет, звук отличный, по крайней мере. А как вот само ощущение? Ну, вот сидят люди, они сидят сначала хлопают, кто-то встает, ему сзади обязательно кто-то говорит, да сядь ты, что ты начинаешь, мне не видно сзади за тобой. Как ощущение выступать? Это же совсем по-другому. Ну, в общем... Ну, прекрасно, не знаю, немножко страх есть, что, да, действительно, тебя не сразу там воспринимают, люди присматриваются, прислушиваются, тебе нужно завоевать их внимание, скажем так, да, то есть они еще не растанцованы, там, диджей не выступал перед нами, ну, в общем, есть такие какие-то нюансы, но люди дарят цветы в ДК, в отличие от клубов. А в клубах люди льют на тебя алкоголь. Ну, как бы в подарок. Мое недопитое, как бы, от души получай. Ну, в общем, не знаю, я не слышала негативных отзывов на том, что им чего-то не хватило в плане танцев. То есть, кто хотел, тот вставал и танцевал. Вот, поэтому, ну, прекрасно. Ну что, мы совсем скоро услышим уже премьеру песни, которую так долго все ждут. И я уверен, что она вам понравится. Но об этом немножечко позже. Группа The Hard Kiss сегодня у нас в гостях. Юлия Санина. Доброе утро! Европа Плюс. Let's go show. Саша, Маша, Фрэнк. Let's go. Thank you.
choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO.